Всем привет! Вы на канале Hard Reset Info, и сегодня мы вам расскажем и покажем, как настроить смайлы в Snapchat. Итак, открываем приложение Snapchat, после этого нажимаем на иконку в верхнем левом углу, позже на шестеренке в верхнем правом углу. Далее листаем ниже и находим в полезных сервисах эмодзи друзей. И здесь мы можем настроить эмодзи для лучших друзей по разным вариантам. Также можно изменить цвет кожи эмодзи, например, по умолчанию уже изначально. На этом все. Всем спасибо за внимание. С вами были Hard Reset Info и до новых встреч!